Всем привет! Ну и пока в доме тишина несколько минут, хочу снять один трендовый салат, который сейчас популярен. В ТикТоке он набрал 28 миллионов просмотров. Один из канадских блогеров, зовут его Логан Моффит. В общем, этот тренд создал. И даже этому тренду следовала Исландия, и в Исландии образовался дефицит огурцов. Представляете? В Норвегии пока нету дефицита, поэтому запускаем этот тренд здесь. Ну и покажем вам. Для этого нам нужна будет... Ну, это так делает Логан Моффит, поэтому мы также делаем посуда. И мы... У нас нету такой терки, как у Моффита, поэтому мы будем натирать на такой. А вы скажите, вы знали об этом тренде? Кстати, у нас есть подписчики с Канады. Вы, наверное, наслышаны. Вот мне сколько лет я живу, первый раз в жизни я использую эту слайсовую сторону терки. Так. Уважаемые наши подписчики из Канады, скажите, правда, что у вас это прям завирусилось? Сейчас весь мир готовит этот салат. Если честно, мне понравился этот салат, потому что там очень все мои любимые составляющие. Вот такие тоненькие, видите, слайсы. Так. Все мы складываем сюда. Обязательно именно сюда, либо любую банку, которую у вас есть, и которую можно будет закрыть. Потом я вам скажу, для чего. Так. Ну, все, этого достаточно. Все сюда сложим. Так. Следующий ингредиент лук, красный лук, который прям, мне кажется, придаст самый пикантный вкус этому салату. Так, ну вот, лук мы покрошили. Следующий ингредиент – это сальмон. У меня на одну порцию, поэтому немного. Сама засаливала я. Лосось. По-нашему лосось. Следующий ингредиент у нас крем-чиз, тревожный творожный сыр. Я очень люблю этот творожный сыр, поэтому я прям вот так вот прям не пожалею. А вы тоже так делаете? Так, у меня здесь был сезам. А вот он. Сезам сид. Семена кунжута. Так, немного как это называется, оливковое масло. Так, соль. И на этом вообще все, но я же не я, если я не добавлю свое. У меня есть вот такие листья нори. Вот, я их разрезала на такие полоски. И сейчас их сюда
покрошу. Как будет вкусно, я уже сейчас предвкушаю. Так вот хаотично я разрезаю. Так, все. Ну и кульминация всего салата. Ну, так делает Логан Моффит и полмира. Ну и все, поехали. Шейк, 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 бай. Что же у нас здесь получается? Что-то вкусное. I hope so. Так, ну и для уверенности мы перемешиваем еще. Доверия этому шейку нету, да? Да, вкуснятина. Ну, пробуем. Лук прям ядрёный. Это как раз лук очень ядрёный. Ну что я скажу, очень вкусно. Попробуйте и вы. Можете добавить что-то свое, что, например, как я добавила в Исяноре. Ну все, я пошла. Я не могу. Ну все, всем пока-пока. Пробуйте и вы. Спасибо Моффиту. Пока-пока. Так, всем, дорогие друзья, добрый вечер. Ну вот тут жена тут мне салат сделала вот такой вот. Прошло время дегустировать. И что она тут сделала, я не знаю. А что там? Это еще это, да? Пробуй. Пробуй, да? Зрители знают из чего. Ага. Скажу, так что, тебе. Ну, посмотрим так. Так, значит. Ну-ка. Нормально. Там же селёдка, да, есть? Нет, это лакс. Лакс, я. Нормально. М-м-м. Лакс я сама солила. А-а-а. Ну, ты это все доедай. Я сейчас я съем, съем и заслеживаю. Я поела. Ну что, ты советуешь зрителям тоже делать такой салат? Так, дорогие друзья, если у вас есть возможность купить лакс, советую вам этот салат сделать. Я не знаю, сколько ты времени потратил на это. Минут 5. Заря. Минут 5? Угу. А, окей. Okay.
Ну, как бы так. Так что берегите близких и родных. Удачи вам. До скорой ночи в следующем видео. Всем пока-пока. Дорогие друзья, пока вот пошел вот на улицу, купил вот эти вот вещи, пока гуляли с Умаром, пока мы тут салат делали. Арбуз, новый арбуз. Новый арбуз, только он намного больше и намного красивее. Ну, в этот раз я еще чек взял, потому что вдруг что-то нам придется сдавать обратно. А ты в спаре брал? Да, в спаре брал. Они ничего не сказали? Ничего, о чем мы должны говорить? Типа, опять арбуз, ну, я, кстати, я сказал, что в магазине, кстати, если будет опять что-то не так, мы это, вам в арбуз вернем. Да, хорошо, надеемся, что вам в этот раз попадется удачный арбуз. Ну, так сказали, приколи. Вот потом два хлеба такие бы взял, такие по 10 крон. Морковка, смотри. Да, морковка, и это, короче, интересно. И взял пиццу, это на ланч. Завтра по 10, по 15 крон. Тут получается две пиццы, таких мини-пиццы. И сыром хлеб запеченный тоже. И как бы так. Ну, все. Насколько это вышло, скажи? Сколько там вышло на это? Не знаю. Это стоит сколько там? 15, 10, 5, так, 15, 25. Арбуз на сколько вышел? Арбуз, то это сколько там, килограмм получается? Вон, миллион, 168 крон. Офигеть, это 15-16 евро, друзья. Да, это... Да я уже все, я зрителям сказала, что мы закрываем сезон арбузов и больше не берем, потому что они уже... Не такие вкусные. Да. Но все равно я ждал, ну, думаю, этот самый. Кстати, предпоследний, кстати, у них в магазине. Ну, все, удачи вам всем, дорогие друзья.